всем привет! Сегодня 9 мая на улице, и хочу поздравить всех мужиков с 9 мая. Хороший праздник, День Победы, всех с этим праздником. Ну и разговор пойдет сейчас не об этом. Я устроился на новую работу. Вот такая вот у меня маленькая компактная машинка сейчас. Iveco Daily 2017 года. И я на ней сейчас еду. Честно говоря, я на новой работе второй день. Вчера ничего снимать не хотелось, пока все узнал, пока присмотрелся. Ну а сегодня могу уже сказать так, второй день на работе, и я иду на эту работу с легкостью. То есть такого момента, чтобы я не хотел идти на эту работу, пока не возникает. Довольно интересная работка, неинтересные маршруты, но сама специфика работы довольно легкая и интересная. Если сравнить с прошлой работой, то разница просто небо и земля. Что самое главное, зарплата больше. Работаю с 9 до 6, это мой рабочий день, и получаю все полностью официально. Великолепно. По поводу самих поездок, я думаю, что работа будет связана с довольно разнообразными поездками, пускай они будут довольно редко, но поездочки будут довольно разнообразные. Бывают такие моменты, что даже приходится ездить в Таллин. Ну, прокачусь, расскажу вам про эту поездку обязательно, если у меня такая будет. Ну а сейчас я еду в Марупе и везу металлоконструкции. У меня вся работа сейчас связана с металлоконструкциями. Как вы видите, у меня сзади никакого тента, просто открытый кузов. Я просто откидываю борта, бросаю два ремня, и я просто в раю. Классная работа. Погнали. Вся история с этой работы будет продолжение жизни дальнобойщика. А сейчас путь к Марупе. Сюда я приехал с этим грузом, насколько я понимаю. Сейчас посмотрим, что здесь, к чему. Надо еще разобраться, куда. Ну что, вот только что закончил этот рейс. Пару минут всего лишь у меня на это ушло. На саму разгрузку. Что, открыть борта, закрыть борта, и все. Он уже все снял погрузчиком. Проехал только 31 километр в одну сторону. Сейчас еще 31 в обратную. Грубо говоря, смотрите, 62 километра. Еду сейчас обратно на базу, там загружаюсь и везу на старый цех опять ихнюю продукцию. Вот так вот, в принципе, моя работа и проходит. Вообще ничего сложного. Сам выполняю работу только водителя. То есть подъехать, застропить, открыть борта, закрыть борта, и все. Это вся моя работа. Погнали дальше. Смотрим мой сегодняшний рабочий день. Да. Короче, ребят, кому интересно, вот, в принципе, до 90 эта машинка разгоняется так. В принципе, довольно шустро. Я ее не мучил, я просто нажал газ.
до упора и переключал передачи. Я не пытался тронуться с плашкой. Но вот после 90 здесь стоит ограничитель. Поэтому соточку мы нашу замерить аж никак не сможем. 90 км в час и все. И это максимум. Едем дальше. И вот возле этой церквушки красивой кековской я поворачиваю направо и ухожу к реке Даугава, вдоль которой расположен старый склад. Вот и сама Даугава. И вот здесь, вот за этой вот трубой, буквально, ну, метров, наверное, 100, и находится старый-старый склад. Ну чего, загрузочка прошла успешненько, простояла, правда, там 2 часика, сейчас еду к рижскому ЦСДД на улице Антонас для того, чтобы это все разгрузить на цинк. То есть это все будет цинковаться, то, что сзади у меня находится. И оттуда поеду в Дрелине опять забрать какие-то детали, чтобы привезти обратно. Вот такого вот рода у меня сегодня работка. И да, у меня все полностью на цинковку не влезло, поэтому я буду сюда ехать обратно, потом после того, как привезу эти детали с Риги, опять загружать то, что не влезло, и везти, довозить опять на центр. Поэтому помотаться сегодня мне получится. Даже, наверное, измотаете немножко. Ну а так, давайте, погнали, в путь дальше. Здесь мне все культурненько объяснили. Еду до синей будки. Где синяя будка? Направо. Ладно, едем до синей будки. Смотрим. Синяя будка впереди. И вот здесь будет направо. Все, я понял. По-моему, понял. Вон там ДСВ, кстати, находится, тот, который так и шагрузилась возле меня. Ну что, разгрузочка прошла успешно. Разгружали долговато, но разгрузили. Итак, сейчас я еду не в то место, которое меня просили забрать листы, а еду обратно на базу. Там загружаю недостающие 2 палета, возвращаюсь сюда и опять. И тогда уже еду в то место, куда меня послали за листами металла. Суть в том, что, оказывается, листы металла мне надо брать там, где я раньше работал. То есть деповские склады и совершенно соседний склад, этот там находится. Это будет удобнее сделать таким образом. Погнали. В принципе, уже рабочий день подходит к концу. Да, и скоро я уже скажу вам свой вердикт по поводу второго рабочего дня. Но думаю, что ничего не испортится, в принципе, все будет нормально. На данный момент я проехал уже 82 километра. Маловато. Погнали. Заманался немножко, ну все, с этим рейсом я уже закончил. Еду сейчас
складам депо, забираю листы металла, везу на наш главный склад. И, в принципе, на сегодня, наверное, моя работа подойдет к концу. Может быть, там еще между складами один раз одну ходочку сделаю, но сейчас уже 3 часа 36 минут, скорее всего, этого не произойдет. Так что так. Ладно, погнали. Погнали к депо. Загружаться на ФСП, или как она там называется. Короче, неважно, погнали. Будем грузиться. Что-то непонятное движение какое-то здесь, пожарки здесь стоят. Ой, ё-моё, человека завалили. Что за человек? Человек какой-то лежал без движения. Очень похоже на то, что не живой. Ну, ладно. Какое-то здесь движение непонятное происходит. Короче, не понимаю. Надеюсь, все обошлось без никаких смертей, но что-то произошло. Родные пенаты. 10 месяцев я здесь отработал на депо. Теперь приезжаю от другой компании на маленькой машинке. Даже интересно получилось. Че, будем смотреть, что там, к чему. Вроде как туда надо заезжать. FXB. Вот сюда я ехал. Ладненько, будем заезжать. Грузочка прошла, осталось добраться до базы, сейчас 4:30. В принципе, так оно и получается, да, добираюсь до базы, и уже я должен быть свободным. Посмотрим, как будет на деле. Накладные получил тоже. Мои накладные. Ну что, все погнали? Погнали в путь. Пора уже подготавливаться к завершению работы. Ну вот и все. Вот здесь находится самый-самый главный склад у нас. Не то что склад, а сам цех по себе, по резке, по лазерной резке металлов. Все, я на базе. Сейчас меня выгрузят. 5 часов 12 минут, скорее всего, уже больше никуда не пошлют. На этом, скорее всего, мой рабочий день на этой выгрузке и закончится. Рабочий день прошел успешно, удачно, красиво, все налегке, пока нравится, а дальше уже посмотрим, остаемся на этой работе и работаем дальше, работа. Будет много разных новых путешествий, думаю, будут также какие-то дальнички надо выпадать, да и коротких будет немало, да и вообще нюансов немало буду рассказывать. Смотрите, оставайтесь со мной, будьте со мной. И спасибо за то, что смотрели это видео. Удачи вам. До новых встреч.